меня прическа, видишь, новая. Стиль поменялся. Холодно, ворота! Я тут жене заявил, что я хочу каре. Она охуела. Сейчас на приемке окно открою. Добрый день, вы на канале ОМЗАП, с вами я, Константин. У нас сегодня Hyundai Genesis с проблемой течи заднего редуктора. Задача снять редуктор, переуплотнить заднюю крышку. И эта проблема на пробеге выявилась на пробеге 47 тысяч. Автомобиль 2014 года выпуска с пробегом 47 тысяч километров. Для начала будем снимать заднюю часть глушителя, дабы нам не мешало, чтобы опустить редуктор. После чего эластичку, передние подушки и задние опору. Начнем. Сняли редуктор. Ну, как сняли? Многие скажут, что снять это надо положить на стол. Не вижу смысла отстегивать привода, трогать сальники, дабы не побежали, а покупать новые сальники, ну, как бы сэкономим деньги клиенту. Хотя, никогда не экономите чужие деньги, себе же боком встанет. Но в данном случае у нас привода вообще никак. Не в напряге, ничего, у нас все абсолютно спокойно движется. Ничто, ничего не зажато, ничто, ничто. Конструктивно автомобиль устроен так, что надо подрамник снимать, чтобы снять редуктор. Но, имея банальный набор инструментов, трещоточные ключи длинные, банально логическое мышление, можно обойтись без снятия редуктора. Если дилер скажет, что нужно снимать редуктор, чтобы при снятии редуктора нужно снимать подрамник, как бы знаете, что это можно обойтись малой кровью. Достаточно снять, ну, две банки глушителя, два пыльника на рычаги и, в принципе, все. Редуктор спокойно опускается. Кардан не забудьте открутить обязательно. Ну что, чистим, моем, обезжириваем, наносим герметик качественный, фирменный. Собираем в обратной последовательности и получаем хорошие отзывы, как от вас, так и от клиента. Честно, я ожидал что-то больше, более интересное. У нас вот тут вот около болта. Вокруг болта нет герметика. Вот здесь вот тоже нет герметика. И даже намека на него. Это черное, это что? Ну, это просто, но тут-то по факту вот. Тут нет, тут тоже нет. Ну, то есть это вот она одевается. Вот. Вот с этого болта. Вот оно. Болт. Здесь тоже. Да что тут вообще как-то мало герметика. Что-то не зажопили его. Там, где есть сомнения, побольше. Махнешь ключ-ключ? А? Ключ-ключ махнешь? Слушай, на что? На Starlet? Махну и этот продам. Сразу же. У меня же Starlet за миллион висит. На Авито. Так, у нас болтается руль. Проблема у нас пока предварительно в двух гайках крепления рулевой колонки. Сейчас снимаем кожух. Оцениваем, что там произошло. Дальнейшие действия после разбора. Узнаем, что там произошло с двумя гайками. Эти две гайки – это в целях безопасности при ДТП. Рулевая колонка уходит, ну, ты же массой руками давишь, и руль уходит вниз. То есть на коленки сюда падает. Собственно говоря, готов Genesis. Подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте друзьям, знакомым. С вами был ОМЗАП.